Короче говоря, у меня не было одного материала. Серы все время не хватало. А месторождения вот здесь не было. Хотя я подключил радар. Вот этот вот радарчик собрал. Вот он. Он показывает все полезные ископаемые. Искал серу месторождения. Нет, нет, а по одному добывать эту серу. Это трэш. Вот. А сера очень нужна, чтобы фильтры там делать, аккумуляторы делать. Но потом я погулял тут по острову. Оказалось, что тут есть еще один маленький островок, но я его видел, я думал, он как декорация. И на этом чудесном острове есть и сера, и все остальное, и плюс еще там есть уран. Но уран в единичных количествах без месторождения. Но может быть мне и не нужно так много, я не знаю пока. И был вопрос, как туда добраться? Космолет этот не летает у меня пока. Я пробовал туда блоки закинуть батареи. И думал, туда залечу. Вот я сюда закинул, но он еще не летает. Я почитал, что нужно другие источники питания сюда закинуть, тогда он полетит. Да, мне тут все протыкается, но это некрасиво. Ну, лень переделывать. Я не успеваю все переподключать. Волна все смывает. Ну, не все, только ветряки. Вот. И как я добрался до того шикарного острова? Сейчас покажу. Ну, в принципе, все и так понятно. Я построил мост. Сначала думал, что быстро построю. Но оказалось, что трудоемкостью в один вечер. До 4 ночи я делал мост. Туда бегу. Чуть-чуть правее, да. Мне казалось, что если я возьму вот здесь на складе цемент, то мне и принесу туда, ну, пару раз сбегаю, то мне хватит. Мне совсем не хватило. Я бы год бегал, наверное. И я поставил здесь маленький заводик цементный. Мало того, что заводик поставил, вот заводик бур, конвейер и вот эта штука, которая делает цемент. По конвейеру этот замечательный цемент идет. Ну, чтобы не бегать. Даже сюда было бы бегать очень долго. Делаю такие промежуточные контейнеры, чтобы легче соединять. И через них можно переподключать. Если мне цемент нужен будет вот здесь где-то, то я просто вот этот вот уберу конвейер и переподключу его. Вот мой мост. То есть я строил вот так потихоньку. Ну, полосочку я сделал потом для красоты, это было быстрее уже по построенному мосту проводить ее. Вначале ставил контейнер, лент, но здесь не идет, потому что уже заполнено. Уже этого цемента по уши. Каждый раз ставил будку
продолжал строить мост. Строил, строил. Когда уже было лень бегать к этому контейнеру, и был построен вот этот участок, ставил там будку, ставил там контейнер. Этот контейнер, кстати, мне серу экспортировать должен. И он там чуть-чуть глючит. Но оно все еще притыкается, конечно, красиво. Но я пока решил забить. Потому что если бы были все вот эти коллизии, мне нужно было бы с отступом ставить, то, наверное, не успел бы сегодня. 4 ночи. Надо было бы еще строить. Потом я эти конвейеры уберу. Там есть тоже месторождения все. Сейчас немножко лень. Я на мосту сделаю фонари всякие, будки видовые и так далее. И самое главное, что серы теперь... А, серы, серы. Я хотел серу сначала по конвейеру тащить туда, на тот берег. Тупанул. Но на самом деле, если в хранилище складывать серу вот здесь, вот, то она автоматически доступна в любой точке. Очень удобно. Поэтому конвейеры уже не нужны. Ну, вообще, этот остров такой крутой. Крутой, в смысле, по рельефу. Хрен заберешься наверх. Приходится падать все время. Пока нет, ну, чуть-чуть там есть волна вон она. Но время еще много. Вот. И что еще мне теперь надо делать? Теперь мне надо вот этот переработчик поставить. Что-то наперерабатывать. И что-то на выходе будет. И я продвинусь уже на следующий этап. Вот так я заполняю это хранилище. Здесь есть ячейки еще свободные. Я беру иксом, удаляю эту часть. Ой, она ж оттуда. И сейчас буду тащить, если получится, конвейер. О, подключилась. Сейчас, видите, он перезаполнен. И поэтому ничего не едет. Так, сейчас поровней. Здесь очень надо ровно. Все, вот он заработал. Будет заполнять третью ячейку. Потом четвертую. Вон, поехали, поехали. Эти куски серы. Ладно, поехали, поехали. Сейчас покажу, как уран выглядит. Так, когда я исследовал территории везде, ну, на том острове больше, в большем количестве, ставил вот эти будки. Бегаю и... дышу в них. А еду надо носить с собой. Вот такие запасы и вот эти контейнеры. Контейнеры столько же, как бы. Такие же трудоемкие в производстве. Ничего особенного. Можно контейнеры делать. Кобальт есть, все есть. Опа. Здесь электричества не хватает. Всегда, когда смывают ветряки волной, все останавливается. Сейчас хватает. Вот поехали дальше делать. Все просто. И интересно, вон волна уже накатывает. Она не очень
часто накатывает. Есть баланс такой хороший. Не надоедает, короче говоря. А ветряки я все время ношу с собой запас железа. А, вернее, мне не нужно носить запас железа, потому что вот у меня на складе есть все это железо. Железный стержень, железная пластина. И я в любой момент ставлю в любом месте эти ветряки, где мне хочется. Тут есть какая-то зависимость. То есть вот если я здесь 100 ветряков поставлю, я не уверен, что на том острове будет работать все. Но может да, может нет. Когда-то я на том острове ставил много-много ветряков, и здесь почему-то ничего не работало. Поэтому мне кажется, что есть какой-то радиус эффекта у них. Но это не точно. Сейчас покажу, как волна тут все смывает. Это самое. Ну, если это не надоест мне ждать. А сейчас уран покажу, как выглядит. Игре кто-то говорил, нужно больше урана, а нужно больше золота в Варкрафте. И урана тоже в какой-то игре кто-то говорил, по-моему, не помню. Там вот я бегал, там бегал, везде бегал. Но мне не нравится на самом деле, что мне вот этот радар показал все месторождения. То есть я хотел все облазать, все сам найти. Но с другой стороны, если бы я не понял, что на этой карте нет серы, то я бы и не искал. На самом деле я почитал там чуть-чуть, что сера на другом острове, месторождение. Ну, потому что я был в ступоре, потому что так карту я когда открывал, я вижу, что искать серу бесполезно там. Вопрос тогда, что сколько же эту серу. Там просто на том острове я еще и все вручную пересобирал. Там уже этой серы ноль. И думал, что из-за того, что это демо-версия, думал, что как бы это тупик такой. Но нет. Еще можно играть и играть. Там можно озеленять все это. Других людей посмотрю. Плохо мне не будет. Такой зелененький. Изумрудненький. И всегда, когда я где-то встрял, я запросто готов эту будку поставить. Раз, она у меня всегда под рукой. Удобно. Как палатку разбить прямо. Сейчас все смоет. Будет предупреждение, что она. Ну еще здесь. Надо будку ставить, уже пора. Еще чтобы красиво она стояла. Например, сделаем окна вот так. А я окна с собой не взял, придется в закрытой будке сидеть. Вот, кислород восстановился, еще могу прыгать.
рождения было. Но я так сильно-то не буду прямо сразу бежать. Какая крутая пещера, блин. Ничего себе. Побежал, все. Блин. Все. Шухер. О, прямо доли секунды. Ну там ничего страшного не будет, если смоет. Один раз я даже с моста упал в воду и долго-долго плыл на берег. А скафандр тяжелый, и на дно падаешь. Здоровье потом отнялось. Ух ты. Цель вот на этом, на этой планете. Сделать ракету, отправить ее на какую-то из этих лун, которая создает эту гравитацию, и возникают эти волны. Примерно так. Примерно так. Сейчас наберу этого урана. Полные карманы. И побегу. Хочу построить сам город с нуля, и на том острове уже все было застроено, и с нуля там не хотелось бы делать. А вот на этом я развернул стройку. Тут должно быть все красиво. Вот.